Африка, это не твои котята. Африка, даже не проси, пока они не покушают, гулять они с тобой не пойдут. Эх, это Африка. Это Африка какая-то. Африка, нет. Нет, видите, как себя ведет Африка? Просто не умеет себя вести. Просто решила, что это ее котята. Не вздумай их брать, не вздумай. Как... Иди. Сейчас, что ты его не прогоняешь, эту собаку? Так, ты видишь, мама кормит? Красивые котята, да, страшно красивые. Не, Африка, иди лучше кушай. Что тебе дать, мясо, курочку, говори. Нет, котята нет. Нет. Я тебя сейчас дерну. Иди. Вот так у нас себя ведет сегодняшняя Африка. Можно сказать, себя плохо ведет. И Чарли себя плохо ведет. Все утро кричит. Хочет перекричать меня. Я тебе сейчас покричу. Сидит сзади меня и воспитывает меня. Проводит воспитательную работу. Ну, шер хочет покормить котят. Африка, ты уже решил, что это твои котята? Да, Африка. Давайте лучше просто пожалею. Давай. Африку пожалею. Она хочет щенков, хочет котят. У нее никого не было ни разу. Ну. Ты у Терри забирала щенков. И у Джесси забирала. Да, Джесси. Не-не-не, не заглядывай. Не заглядывай, пока они не покушают, никто играть не будет с котятами. Нет. Да. Да. Повытягивала всю подстилку ихнюю. Значит, посмотри, что тут наделала. Африка. Ну что ты смотришь? Глазки такие, типа, это мои котята. Говорит, мои котята. И как мы будем с этим бороться, а? Африка, это же не твои котята. Ты сейчас пойдешь во двор просто бегать, да и все. Шо у тебя на глазик? Да, по-моему. Вот так. Ой, красивые котята. Страшно красивые. Обиделась уже на эту Африку, что она их себе забрала. Вот молодец, сядь вот тут и сиди. Ну, Джесси, ну куда ты на меня налетела, Джесси? Джесси. Да что ты рычишь? Я тебе сейчас... Летатели. Перелетатели. И это не твои тоже котята. Не твои, я сказала, котята. Нет. Это все Шер. Ты котят не умеешь делать. Удивляется. Котятки. Так, котята тут кушают. Что вы там притащились? Я пришла, Африка пришла, и вы пришли все. И игрушка это для котят была. Хотите отгрызть? Вот эта игрушка должна вот тут висеть, понимаешь? Это котят. А вот у девочки остаток, можешь играться. Да. Прекратите гавкать. Видите, у нас серьезная
вымывательство. А то думают, что только на уме умывают. Нет, шер тоже любит своих котят. Тоже умывает. Ты уже хочешь гулять эти? Нет. Ты же знаешь, с кем ты будешь сейчас гулять, если ты спустишься вниз? С Африкой. Африка уже рада стараться. Ой, свет дали. Ура! Сейчас выключится генератор. Ура! Видишь, я тебе говорила, не выходи, иди еще кушай, потому что Африка сейчас тебя заберет и будет сторожить, что это ты ее. А вы еще не поели до конца. Так что, Африка, ты сейчас пойдешь просто весело на улицу. Потому что пока котята 2 часа с мамой не полежать, не наедятся, ты котят не получишь, слышала? Слышала, что ты не получишь котят? Стоишь, ждешь. Не получишь, нет. Боже, летатели опять летают. Фух, выключился у нас генератор. Можно хоть подышать спокойно. И тебя поглажу, конечно. Пожалею, что тебе не дают котят. Но один уже хочет конкретно в Африке. Ну, тебе это надо, это собака. Они любят Африку, эти котята, это кошмар. Полежи сейчас с мамой, полежи. А к Африке пойдешь попозже. Им там с Африкой тепло, хорошо. Она их тоже вылизывает. Так, кто-то у меня буянит сильно. Кто-то сильно буянит. Всем тихо. О, видишь, ты еще, оказывается, хочешь кушать. А хотел уже почитать. Если же Чарли не прекратишь летать и орать. Тарахтелкины. Лунтик, что ты там орешь сам с собой? Быстренько иди к Лунтику, давай. А то ему совсем там скучно. Телевизор выключен, лампочки нет у нас. Он светильничек поставила, заказала лампочку. Сказали, где-то 23 числа будет. Бедные рыбки без света живут. А что делать? Это так природой заведено. Говорит, раз у вас нет света, пусть и у них не будет. Гизи только купила новые лампочки. Так перегорело в аквариуме. А это потому, что свет все время вырубают. Не выдерживает система. Да? Мы сейчас пойдем на улицу. Пойдем на улицу, а котята... Не, уже хочет слезть конкретно. А вот я не хочу, чтобы ты слазил. Я хочу, чтобы ты еще кушал. На. Еще тебе. О, сейчас еще придет Штоми, поможет. Африка поможет. Сейчас все помогут. Они еще не поели. Вот когда перестанут сосать сиську, тогда будешь играться. Да. Сосут еще. Сосут. Наоми! Что там кричишь? Дай хоть полезать.
Дай хоть полизать чуть-чуть. Потом полижешь. Потом будешь их вылизывать серьезно. А не так языком махнуть. Потом они будут играть, а ты будешь вылизывать. Одеваться, пойдем гулять на улицу. Собак надо на улицу, им совсем скучно. Ой, ой, ой. Не надо воровать котят чужих. Это чужой котенок, понимаешь? Это не твой. Я поцелую и отдам еще на кормление. Даже не вздумай. Смотрит. А этот уже хочет к Африке. Вот уже. К Африке хочешь? Она тебе надо? Или уже хочет на пол? Любит Африку? Страшно. Нет, туда тебе не разрешаю прыгать. Может даже не целиться. Ой, зацепилась. Где-то что-то все происходит. Так, все, Африка успокоилась, пошла туда.